На Днепропетровской дороге столкнулись «Тойота» и «Митсубиши». Обошлось без жертв и пострадавших, однако бампер последний вывернут наизнанку. Водители и очевидцы по-разному оценивают случившееся. Виновника ДТП установит полиция. Знаете, эта женщина поворачивала отсюда. Угу. А кто ты такой? Телеканал-репортер, корреспондент. О, я очень рад. Поворачивала оттуда и дали. А эта женщина ехала по прямой. Она ее не пропустила и... Я не родственник. Вы не родственник? Она я не по прямой.